Номер третий Александр Жиров. Номер пятый Дмитрий Иванов. Номер седьмой Александр Гриндер. Номер 13 Сергей Терехов. Номер 18 Денис Кириленко. Номер 19 Рустам Валов. Номер 20 Дмитрий Апа. Номер 23 Сергей Гуйков. Номер 28 Андрей Миров. И номер 33 капитан команды Александр Алтасов. Резервные команды. Номер 1 Протек Виталий Челюшкин. Номер 17 Роман Кочук. Номер 21 Роман Еремеев. Номер 10 Руслан Зайцев. Номер 24 Роман Кузовский. Номер 99 Михаил Жабкин. И номер 34 Павел Назрон. Тренер команды Андрей Владимирович Яволенко. Сегодняшний матч проводит бригада арбитров в таком составе. Главный арбитр матча Владимир Москалев, город Воронеж. Ему помогают Михаил Чесноков, город Волгоград, и Денис Степанищев, город Воронеж. Резервный судья Денис Петров, город Астрахань. Инспектор матча Юрий Григорьевич Куница, город Краснодар. Thank you.
Итак, кто же будет бить? Отошли почти все, остался только Павлов. Рядом Шилеров. В стенке этих футболистов так дизеля. Рядом пристроились Сарбас и Павлова. И вон он рядом. И так что основной. Кто пробил Павлов на ряду? А, нашли же наши ворот. Что Юрк на поле держится? На поле держится. Просто это. Ты хорошо нам шел, где он пошел? Молодец.
Thank you.
Thank you.
лет, что ли? Примерно так. Thank you.
потеря.
Thank you.
играет Руслан Насаев, номер 50. Thank you.
Уважаемые люди футбола, напоминаем вам, что очередной матч в центральном стадионе нашего города состоится 20 апреля. Футбольный клуб «Балкан» принимает футбольный клуб «Черноморец» из Новороссийска. Обращаем ваше внимание, что начало этого матча в 17 часов. 20 апреля «Балкан» играет «Черноморец» Новороссийск. Все качки собирают. И
Thank you.
Спасибо вам за внимание. Трансляция с вами. Я вас отвечу. 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 Я вас отв